Баси, это Роман Молодов, который там теребит свои кудряшки и выбирает снова правый кикер, делает тик-так такой и делает боксайд-единичку ревайн, то есть он крутит вращение 180, останавливает крутку, крутит 180 на обратную сторону. Очень стильно смотрится этот элемент. И снова заходит единичку на трубу и трёхку аут делает с ней. Вот. Достаточно сильная программа Ромы джиговая. Вот. Мне она понравилась очень. Посмотрим, как на неё реагирует судьи.